Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Сутоп Геймер, и я Димон. И сегодня мы вторую часть видеоролика испытания Королевский призрак. В этом испытании я все-таки до конца доиграю это испытание, либо же взорву, либо пройду его. Так, чат клановый не будем глядеть, что там за фигня. У нас в магазине. Что у нас там за предложение? Так, у нас ведьмы Лиги нет, к сожалению. Так, у нас что-то написали-то. Ладно, неважно. Итак, мы продолжаем. Да, кстати, в том видеоролике я закончил видеоролик на трех победах. Но я ночью еще сыграл одну битву, и теперь у меня 4 победы. И я решил прорваться, потому что азарт к добру не приводит. Итак, сегодня мы попытаемся сыграть 2 битвы. Ну, мы 100% пройдем это испытание с королевским призраком и зеркалом. Всего лишь 2 раза его же надо убить. Ну, и легко и просто. И надеюсь, мы дойдем хотя бы до огромного сундука. Это уже будет мое личное достижение. Ну а чё, мы погнали. Надеюсь, мне повезет. Ой, блядь. Лажанул я. Фак. Сейчас мушкета если не дефать. Ну такой же ничего. Дюель. Я в плюсе. Мушкет. Дэху на это все. Мушкет не успел сделать бомбу. Отлично. Призрак прошел. Давай, давай. Хорош. Красавчик. Лажа, лажа. Я такой тупой. Блин, сейчас вышку вынесут. Нахера я такой тупой? О боже, я тупой, тупой, долбоёб 2000. Блин, не забывай про деф, а я всегда про него забываю. Значит так. Так, бейби дорога, пожалуйста, все-таки вот сюда. О, нифига себе он жесткий, он прям с одного удара все разнес. А он не видит его. Мушкет в деф. Пацаны. Пацаны. Это еще плохо у меня закончится. Не, ну я деф это навряд ли сумею. Я буду рад, если я это сделаю. Десять секунд. Неужто? Подождите. Господи, помилуй. Господи, серьезно. 5 побед, пацаны. Пацаны, это 5 побед. Одна победа отделяет меня от огромного сундука. О, господи, и плюс я выполняю этот квест. Ну, эмоции, конечно же, шкварные. Ну, блин. 10 минут, пацаны, 10 минут до следующего обычного. О, вот это эмоции, конечно. Вот это эмоции.
одна битва отделяет меня от огромного сундука. Но это уже будет мое просто мега личное достижение. Половина испытания пройдена. А если я дойду до 10 побед, что я 100% сделаю, надо держать настрой, это будет просто жестко. Ну что, нам ничего не остается. Пойдем в еще одну битву. Посмотрите, что в сундуке. Огромный здесь сейчас 6. Почему огромный? Вы да, не красовать огромный, если его здесь нет. Какой смысл? А недавно? Непонятно. Ну, блин! Надо обязательно опубликовать этот повтор в клане. Top in the world. Это жестко. Ой, надо капельку отдохнуть с мыслями. Давайте пока что поглядим. А, здесь сначала даже карты даже такие же. Поглядите, как это было на самом деле. Я забыл то, что, блин, нифига не трахает. Здесь я ему тоже довольно плохо поддамажу. Отлично, дамажим мы его. Сейчас здесь было брать хернюшку. Отлично. Битва вполне достойная и хорошая. Мне понравилось. Последние 15 секунд мы поглядим в быстром темпе. Пускай мегамуху. 10 секунд. У меня бы было бы преимущество. 888 такое идеальное количество. 6 5 4 3 2 1. Начинает стрелять наш мини. Ой, гоблин-копишек. Ой, какой. Гоблин с дротиками, вот. И 188 хп. Но вполне неплохо. Мне понравилось, это, блин, было эпичность. Top in the world. Пацаны, 5 побед. Одно поражение. Одна победа наша отделяет от огромного сундука, это будет top in the world. Но если мы дойдем до магического, это вообще топово. Каждый, это вторая часть видеоролика. Где-то я, наверное, выпущу, ну, части так 3, может быть, максимум 4. Потому что, смотрите, вот первую часть я сделал первые 3 победы. Дальше. Вторую часть я сыграю тоже 3 битвы. Вот сейчас это уже было первое, еще 2 битвы осталось. Так, ну ладно, получать нас ракету. В этом видеоролике я сыграю до еще 2 катки, то есть до 7 побед. Ну, короче, еще 2 битвы играю. Дальше, ну, опять одну битву играю не на записи. И опять еще играю на записи. Посмотрим, докуда я сумею дойти. И получу ли я заветного призрака, который выйдет только через 12 дней. Ну, это будет эпично. Пожелайте мне удачи. Ну, а мы переносимся в следующий бой. Так, подождите. Сейчас экран подтеру, чтобы не мешал мне потом в битве. Погнали. Господи, побил. Одна победа стреляет от огромного сундука. Удачи, отлично. Так, начинаем атаку первыми. Всегда тактика, надо атаковать первым. Громовержец пошел. Ну, улитка, это, конечно, жесткая тема. Я тупой! Мне не заденет. Фух, я думаю, полная дичь произойдет. А я ничего больше не подготовил. В принципе, у него... А, элитки на элитке. Я понял прикол. Так, элитки мы дефаем. Отлично. Так, я в минус на 30 хп, пацаны. 30 хп нас отделяет. Это жестко. Платите звук на заднем плане. О, дичь, дичь.
Дефай. О, блин. Ща бы еще. Надо, надо. Он не задефает, да. Пацаны. Почему-то мне кажется, это будет очень большое поражение. Пацан. Нет, 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 да шо? Пацаны, эту катку я всрал, походу, мое второе положение будет. Господи, боже мой. Ну, блин, одна битва нас отделяет от следующего. От следующей арены. Так нельзя. Так нельзя, пацаны. Нельзя так. Ну-ка, ну-ка. Ну, двойной маленький, мы сейчас покажем ему дичь полнейшая. Иди, 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 давай, давай. Беспалевные элитки по параллельной стороне. Элитки, элитки покажут свою, элитки, давайте затащите, элитки! Стойте, я проигрываю? Стойте, подождите. Не, ну так дело не пойдет. Пацаны, 10 секунд. Нет, не, 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 не. Я не готов, я не готов, не, я не готов проигрывать, я не готов проигрывать. Вы донеси! Это доносит, доносит вышку! Не доносит? Пацаны, я проиграл. За что? За что? Вам? За что? За что? За что? Нашу... Наш огромный сундук отделяет еще одну победу. Это правда пипец. Обстановка накаляется. Сейчас вернусь. Господи, боже мой. Обстановка просто пипец как накалилась. Я хочу получить хотя бы один огромный сундук. И если дальше уже строй, это уже не важно. Это будет достойно. Огромный сундук. По испытанию. Господи, помилуй. Страшно, мне страшно. Последняя битва. Не буду отвлекаться. Надеюсь, мне повезет. Шарик. 8. А, те сколько есть, точно. Точняк. Тычку делает? Первый дамаг он не наносит. Теперь у меня есть деф. Долети. Ебой. Адефай, адефай. Нет. Мы не адефали, пацаны. Не, подождите. Последняя битва нас отделяет от огромного сундука. Я не должен срать, Чаешь мои мысли, братан. Это страшно, мне нечем на удар здесь. Спать в стороне, по этой стороне. Само собой мне нанес больше. Пацаны, он мне сейчас еще вышку снесет. Нет, не снес. Шарик сейчас пойдет. Нет. По 1600 я оставляю. По той же тактике, по той же схеме идем. А ты идёшь сам. А чем у меня отдыхал в этот раз? То есть он меня отдыхал, а я его не совсем, как бы, да? Идем в мега-атаку. Да ладно, он тыку сделает. Нет, в смысле, почему два мушкета налетели именно сюда?
Ёмочь. Не, шесть побед, я не сумел достойно пройти ровно полуиспытания, и все из-за говно обстановки и моей жизни, и моего скилла, который у меня был так хорошо и шел, но он сейчас оборвался, это все ужасно, это портит мое настроение, и у меня нет настроения больше записывать видеоролик. Единственное, что могу сказать, к сожалению, я не достиг хотя бы огромного сундука. Это очень обидно и очень позорно. Блин. Я прошел из пытуху на 5 побед. Одна победа. К сожалению, не получилось у меня этого сделать. Ну, 5 побед. Открываем сундук. Не, ну чтобы здесь Лего было, я не верю в эту возможность, это просто not real. Вот именно, какая здесь Лего. Вот здесь эпик яд. О, фак, нига. Ну, блин. Это жестко. У нас еще какой-то квест. Вот здесь Лего. Не, здесь Лего нам не светится, к сожалению. Срал я все-таки это испытание. Ну, 5 побед. Ой, просто распределять свое поражение. Поражение моего скилла. На этом наш видеоролик заканчивается. С вами был канал The Top Gamer, и я Димон. Всем удачи и всем пока. Фак, я всрал это испытание, ну как так можно? Короче, мы набираемся 5 лайков, и сразу выходит следующий видеоролик. Ну, не позже, не по Clash Royale, а по какой-нибудь другой игре, типа Clash of Clans. Всем удачи, ё-моё, и всем пока.